Москве открылся шоурум Cheesy Dandy. Один из немногих хороших маленьких магазинов мужской одежды в Москве. Ну, мы начали открытие своего магазина с того, что мы занимались вещами секонд-хенд 5 лет назад. Через Украину мы заказывали вещи, нам присылал один молодой человек. Мы продавали их в Москве, в основном футбольным хулиганам, фанатам. С Украиной тема закрылась, и мы решили открыть свой магазин, шоурум. Мы нашли поставщиков, и вот мы здесь. Во-первых, главное достоинство этого шоурума, что там продается мужская одежда, мужской casual, повседневная мужская одежда. Этого в Москве очень мало. А то, что есть, оно очень плохо. Что молодому человеку вот остается из московских магазинов? Шевиньон, Кельвин Кляйн. Ну, это не очень весело, правильно? Вот. А тут люди привозят что-то интересное и не очень дорогое, потому что они там разрывают стоки, находят какие-то малоизвестные марки, и все, собственно, становится немножечко доступнее. В нашем магазине представлены особняком такие бренды, как Martin Margiela, Vivienne Westwood, но и мы являемся кузницей таких молодых дизайнеров, как White Trash for Cash, Гоша Рубчинский. Да, Гоша, респект, да, огромный. Не, на самом деле продаем вещи для любой аудитории. Всегда приветствуем, всегда открытые двери для российских дизайнеров, в первую очередь, потому что мы хотим позиционировать какой-то патриотизм. И вообще рады видеть новые лица. А во-вторых, что хорошо, они привозят все подряд, и при этом у них хороший вкус. Когда люди с хорошим вкусом привозят все, что им нравится самим, всегда получается что-то хорошее. Может быть, оно концептуально не такое выдержанное, но это место, куда можно смело идти, и почти все вещи тебе понравятся. Потому что люди, в общем, знали, что делали, когда их выбирали. На самом деле мы не направлены на какие субкультуры. Наши постояльцы – это наши друзья, в первую очередь. Но к нам приходят и люди с улицы, мы всегда ими всегда рады их приходу. Вот. И, да, мы все время выпиваем и рады видеть новых алкоголиков. Thank you.